пойми, так дальше продолжаться не может. Это не жизнь, это мучение. Я так больше не могу. И ты так больше не можешь. Мы должны туда пойти. А ты думаешь, это поможет? Да. Я думаю, у нас просто нет другого выхода. Здрасте. Здравствуйте. А вы не могли бы подсказать, где здесь дают кредит? Пожалуйста, 312 кабинет. Спасибо. Пойдем. Да. Простите, а мы правильно идем? Да, конечно, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли за кредитом? Да. Пройдите со мной. Значит, вы решили взять ипотечный кредит? Да. Расскажите нам про проценты и сколько мы должны будем платить. Правильно, что вы пришли именно к нам. У нас самые лучшие условия. Все очень легко и просто. Значит так, 10% от стоимости квартиры вы вносите сразу. Далее действуем по дифференцированной схеме. 12% годовых. Каждый месяц вы выплачиваете вот такую вот сумму. То есть гасите ежемесячный платеж. На нашем языке это аннуитет. И все это всего лишь в течение 20 лет. Все очень просто, понятно? А сколько в итоге мы будем платить? Всего лишь вот такую вот сумму. Вот такую вот. Вот. А почему такая? Ну как же, 10% от стоимости квартиры вы выплачиваете сразу. Далее по дифференцированной схеме при ставке 12% годовых. Аннуитет в месяц будет вот. Аннуитет. Ежемесячный платеж, включающий в себя процентную сумму и сумму платежа по основному долгу. Ага. В течение 20 лет каждый месяц. Понятно? И в итоге какая сумма получится? Вот такая. А почему она в 3 раза больше стоимости квартиры? Объясняю. 10% от стоимости квартиры вы вносите сразу. Дальше, в течение 20 лет, по дифференцированной схеме, каждый месяц вы вносите ежемесячный платеж, включающий в себя процентную сумму и сумму платежа по основному долгу. Аннуитет? Да, аннуитет! Каждый месяц вы вносите ежемесячный платеж, при этом сумма долга будет с каждым месяцем уменьшаться. При ставке 12% в год, при своевременном погашении кредита, через 20 лет вы имеете свою квартиру. А если мы не сможем вовремя заплатить? Ведь всякое бывает. Ничего страшного. При несвоевременном погашении платежа начисляется небольшой штраф, и мы получаем в итоге вот такую сумму. Но это же 5 новых квартир. Нет, не 5. Одна. И самое главное, своя квартира. А? Точно. Своя квартира. А? Дорогой, как хорошо, что нам ничего этого не надо. Ведь у нас уже давно есть своя собственная квартира. Тебе стало лучше? Безусловно. Ну вот, а ты говорила, что мы плохо живем. А ты говорил, что мы мучаемся. Расстраивалась чего-то. Спасибо вам большое. Ведь у нас дело чуть до развода не дошло. Дорогой, как же нам все-таки повезло. И не говори. Давай завтра еще в автосалон сходим. Говорят, у них тоже аннуитет.